Начало рабочей недели обещает порадовать нас солнечной погодой, но серьезного потепления ждать пока не стоит. 28 мая в Сарове утром плюс 10, днем воздух прогреется до 18 градусов тепла, ночью плюс 8, ветер северный до 5 метров в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде безоблачная погода, утром плюс 14, днем столбики термометров поднимутся до плюс 16, ночью плюс 9, ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление 759 миллиметров. Метров ртутного столба. В столице ясно, утром плюс 12, днем до 20 градусов тепла, ночью плюс 10. Ветер северный до 4 метров в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.